И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на операции. Карта близится к концу. Хотел бы сказать я, но еще серия 10 как минимум должно выйти. Наверное, типа там три Роквелла, вообще собака такая длинная, кошмар. Это три Роквелла, там мне еще лут надо понабивать, это вообще просто как повезет. А и самое главное, Каркинос. Каркинос мы еще не в этом мире. А надо бы, потому что что? Правильно, это моб этой локации. А значит что? Идем сегодня на небо. Взял вот такую да, пушку, хочу проверить, как это работает, и чтобы не убивать мелкого, точнее нужного левла, возьмем мелкого, будем убивать мелкого. Вырастил Дрейка 136 левла, яйца 136 левла, и смотрите характеристики, насколько они практически у того, ну, точнее у той, которая прокачана. Да, не кислый, я вам так скажу, особенно... Энергия изначально 30 пунктов, а там было 12. Что тут еще у нас? Здоровье. Ну, здоровье, кстати, то же самое практически. Ну, торпор, конечно, отдельный кайф. Вес тоже не кисло. И, ну, еда это такой урон. Здесь 7 пунктов было, здесь 24 пункта. Ну, вы поняли, да, насколько это круче. Погнали. Пойдем на этом трейке. Давай прокачаем сразу же тебе здоровьюшко. Здоровьюшко тебе прокачаем, да, полтошечка. Пригодится. Урон, ну, допустим, но выносливость в первую очередь. Все-таки выносливость более приоритетнее. Кстати, очень мало на него потратил яда. И давай проверим, сколько, допустим, 48 ядожница отхиляет. Хиляет она прям махом. И... По соточке. Ну, вообще, можно так сказать, ни о чем. Ну да, бог с ним. Я сейчас потратил 48 ядожница, да? Ну ладно, мне там еще лут лутать, так что я тоже так не кисло его добуду, я прям в этом уверен. Так что фиг да с этим всем. Так, а что у нас здесь? Каркинос 28 левела. Отлично, на тебе XP и проэкспериментируем. Так, для начала зачистим локацию. Зачистим локацию от всяких спина и так далее. Так, оп, много XP не бывает, что очень даже хорошо. Каркинос. Каркинос еще та редкостная тварь, он умеет прыгать, и это составит проблемку, я думаю. Где-то у нас воротинки. Давай попробуем воротинки. Ой, столько способов его томить. Кошмар просто. Просто реально кошмар. Я хочу где-то около 5000 сделать выносливости, потому что все-таки пойдем на... О, не, наверное, все-таки лучше ворота бегемота, да, ставить? Так, пираньки, идите в жопу. Отлично, не до вас сейчас. Да ты серьезно? Такс. Давай вот так вообще тебя, короче, тут... Ах ты ж гнида! Ну да, я примерно об этом-то и думал, что так и будет. Птю-птю! Не лагай! У меня на демолиш стоит. Ты пошла на все в баню. Да в смысле ты так лагаешь? Я просто переключаю режимы, а он лагает. Да пошел ты, короче, в шопу нафиг. Блин, мать твою, иди сюда. Так, стоп. Мне нужны другие ворота. Такого фига здесь так лагало. Ужас! Вода? Фонтан? А я и в худших локациях бегал, а там лагало меньше. Да уж. Непонятненько. Надо бог с ним. Ладно, это все, пускай там тусуется. Надо сделать ворота бегемоты. Так, пока я в итоге тусовался туда-сюда, новый Каркинос заспавнился. Это очень хорошо. Потому что...
как застроит его, я затестил. А вот будет ли оглушать и все в таком духе турель, я не затестил. Ну что довольно-таки печально в этом плане. Так, сделал бегемотинки, ставим турельку, конечно же она обесточена. Кстати, я мог сюда аккумуляторы поставить. Ладно, пофигу, я уже сделал генератор. Что-то я об этом не подумал. А что я могу сюда использовать аккумуляторы? Это бы мне не кисло бы сэкономило бы, наверное, время, но это не точно. Ладно, потом проверим, обязательно проверим. Обязательно все проверим. Так, врубаем систему. Да правильно, зачем брать ядра? Зачем брать ядра? Так, и как итог. Ну-ка, давай-ка выключим. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Да, я могу включить. Так, погоди-ка. Погоди-ка. А, кстати, и сколько ты там сожрало? Ясно, вообще ни о чем сожрало. Turret option. Вводим... Каркинс и... Ой, боже мой, говорили мне, учи английский, но там у тебя слова мы не изучали, так что, да. А, что самое главное, я так каждый раз залазил в этот... Вот. Только Каркинс, по сути, нужен. А, стоп. Турель, радиус высокий, no warning. Все, короче, ну, соответственно, только... Каркинос у нас в списке. Да. Отлично. Включаем. И давай посмотрим, что у нас из этого выйдет. А, чё? Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Джернич, иди сюда. Текс. Так, ты у меня там на пассивке стоишь? Ну так, на всякий случай. Ну, отлично, на пассивочке стоишь. Давай, 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 ко мне. Иди сюда. Просто смотри, он идет, у него голова же впереди. Ага! Я тебя понял. Такс. Ну, энергия тратится вообще ни о чем, так что от этого смысла вообще... Ой, еще нету! Так, ну только теперь... Вот, пикап, отлично. Пикап, не надо демолишить. Ну, ёпт, вот, отлично. Едите его налево. Вот, ну, протупил. Ну, с кем не бывает? Ну, с кем не бывает. Параметр копирования настроек. Скопировать. Я могу просто скопировать, чтобы ты запомнил. Ты пошел ты, короче. Так, подобрать. Надеюсь, у тебя настройки сохранились. Конечно же, нет. Так. Как же это все, я так скажу вам, весело. Ух, прям весело-весело. Нет, не это мне пока что вот так там. Погнали, найдем... другое место. Да сраные деревья. Есть два, не вижу, куда идти. Слушай, как тут, мать его, лагает. Реально, это конченый фонтан. Фонтан, либо еще какая-то фигня. И, кстати, да, лагать стало меньше, потому что я место освободил на компьютере. Да, удалил старые эти. Да ты серьезно, ты будешь вот это подниматься? Дебил, блин, ненавижу вот это ползание. Так, да, зря сюда полз. Так, ладно, давай поищем место какое-нибудь сначала. Потом включусь. Так, давай проверим здесь. Вот он сюда сейчас ползет. Я по-быстрому ставлю вот это. Ставлю. Вот так вот он. Оп-оп. Так. Ну, хотя вот это можно и убрать. Ну-ка, давай посмотрим настройки. Каркинос, ну, естественно, да, ну да, как бы и так видно. Ну и... Ну,
Готово к стрельбе через 20 секунд. О, ясно. Ну, подождем. Слышь? А, ты этого убил. Отлично. Я-то по нему вжарил чутка, когда спинозавра убивал. Ну, подождем. Заряжайся. Сельс. Блин. Шопа, не поворачивайся. Упс. Да уж. Вот сейчас я могу с уверенностью сказать, что самое сложное не найти Каркинаса, а сделать так, чтобы он выжил. Так, стоп. О, чуть яркость не убавлялась. В общем, не знаю, раз пять подряд примерно так. Вижу Каркинаса, думаю, сейчас надо зачистить, чтобы его не завалили. Начинаю зачищать, а поворачиваюсь, либо я его уже завалил, так как этот дебил подошел ко мне, либо его убили какие-нибудь Сарка, Рапторы и так далее. Нет, здесь ловить точно плохая идея, потому что здесь этим петюки мелкие появляются, как там они... Безымянные. Вот, сначала-то подумал, а потом сейчас увидел мелкого пиздюка и понял, что у меня плохая идея, а здесь тусоваться — это факт. Ой, ладно, пойду наверх. Наверх пойду. Интересно, получится мне сейчас что-то сделать или нет. К примеру, вот так, вот так. Вот ты сейчас серьезно, да? Вот я примерно про это и говорил. Ну вы поняли, да, в чем прикол? А, вот, нормально, он с ним расправился. Отлично. Только дверки закрывайся. Отлично, дверки закрылись. Ну, уже получше. Так, спина! Иди в жопу отсюда, ублюдок, мать твою. Ты вообще здесь нафиг не нужен. Понял? Ушли все вон, козлы. Так, резко посветало. Такс, ну допустим, допустим, он там даже застрял. Так, есть шанс, что прыганет. Огроменный шанс есть, что прыганет. Это можно сделать, к примеру, вообще вот так вот. Вот для чего так? Ну, может, эта перекладинка поможет как-то. А вообще нужно бы дверки закрыть, чтобы они больше не открывались. Тварь, не вылази. Так, автоколос, Андрей. Отлично. Закройся. Автоколос, Андрей. Ой, ёб твою ж, фиолетовая собака. Опять она у меня просто глюканула. Вот, ну, в смысле, этим появилась заметка и... Да, ну вы поняли, короче, теперь она стала фиолетовой. Давай еще вот так попробуем поставить. Не-не-не-не-не, братан. Не-не-не, стой там, стой там. Может, поможет и не прыгнет. Вот я про что имею в виду. Так. На самом деле, вот это бы избавиться от всего. Так. Дерево тоже иди отсюда. Точнее, гриб. Так. Все хорошо, все хорошо. Отлично. Честно, я бы рисковать не хотел. О, отлично, нет опоры, нет привязки. Вот это вот все вы, конечно, здоровски придумали. Сейчас, погоди. А, еще погоди. У меня тут есть одна штука хорошая. Я говорю, отойди отсюда. И ты отойди отсюда. Задолбает меня. Все нафиг ушли отсюда. Чтоб никто не подошел. И ты чтоб тоже не подходил, понял? Понял, я тебе сказал. Не подходи, мать. Так, тут еще потенциальный подходитель ко мне. Ладно, уже два раза почти хотел пристрелить. Так, все, живем. Фух. Так, телепортик надо поставить сюда. Но это, конечно, весело, что я здесь не могу ничего установить. Слушай, а наверх я могу установить что-нибудь куда-нибудь?
Куда-нибудь что-нибудь могу установить, а? Ой-ой-ой. Так, у тебя там хп полная, полная, а то я вон тебе могу мясо скинуть. Хочешь мясо покушать? Я могу скинуть. Такс. Ладно, сейчас сначала разберемся, как установить фундамент хотя бы. Так. Ну давай пробовать рисковать и убивать. Вот такую штуку сделал. Сначала я сгонял за этими, ну, думаю, заодно пушку сгонять и так далее. Потом так смотрю. Ну а какая разница? Здесь же ворота вообще уже по факту не нужны. Я вот эти так поставил, что он просто не вылезет. То есть даже если захочет. Эй, давай, вылазь. Ну, теоретически. А вообще во. Так. Свечит мануал. Ты же не вылазишь? Ты же не вылазишь. Так, отлично. Так, теперь он, по идее, может повернуться вот сюда. Так? Ты же повернешься сюда? Эй, дебилёхонький. Дебилёхонький, говорит, сюда повернешься? Я тебе сейчас в жопу стрельну. Так, ты еще по себе случайно не бабахнуть. Если я вот так вот сейчас нажму. Ну, отлично. Он знал, что будет мешаться. Чё ж сразу его не убрал? Да ёп! Во. А, это я обдулась, спотыкаюсь. В смысле ты поломался уже? Я тебе только установил. Ой, блин, жопу тебе, короче. Так, нет. Давай сверху на пушку сесть. Как истинный канонир. Твою мать, иди сюда. Ой, ты пошел ты в жопу, короче, нафиг. Я сорвался. А черт. Это тоже система не канает. Так, надо тебе кого-нибудь. Вот ты сейчас серьезно, да? Ну ты, ублюдок, я тебе так скажу. Ну ты, конечно, не счета, тварь. Знаешь, недостаточно ресурсов. То есть вот это вот говно нужно чинить, чтобы его теперь... Как я эту тварь сломал? Вот как я ее повредил? Вот этим что ли говно повредил? Ну-ка давай проверим. Ну естественно. Вот как оно... Какого фига вот бур добыл? Чё он там пытался добыть с этой пушки, мать его, чтоб тебя... Он прям раздражает. Я уже пушку сюда перетащил. Да, взял ресурсы, чтоб чинить, взял с запасом, чтоб чинить, потому что всякое может случиться. Но он так не поворачивается. Я не знаю, с чем это связано. Но так все еще не поворачивается. Если я так тебя подожму. Ну-ка, свеч ты на ауку. Вот прикол, конечно, сейчас вылезет в итоге. Но так ты получше поджимаешься? Нифига, получше ты не поджимаешься. Только больше шансов, походу, дело, что ты вообще вылезешь отсюда. Это ужасно. Так, давай, светлякан, иди туда. Иди, будь жертвой, не будь. Чё-то ты же... Как-то далеко. О! Пачки, не та кнопочка. Да нет, я ему опять по голове не попал. Да ты серьезно что ли? Это как стрелять из пушки по воробью. Ну здесь воробей здоровый. А точка по его попаданию вот что-то маленькая. Шмар. Да, у меня тоже отрегенился. Я пытался просто трубу притащить, а в итоге стрекозы его убивали. Че труба? Так, мать твою, за ногу, че ты жопа так повернулся, дебил, что ли? А если убью? Да, походу, сейчас это я и сделаю. Так, сладненько. И, блин, серьезно сейчас вот это у меня? Вот,
Ясно. Пошло в жопу. Пошло все в жопу. Вот честно, пошло все в жопу. Ух. Вот ты сейчас серьезно, да? Лучше, вот тебе повезло, что отвернулся. Это прям что-то с чем-то. Это прям... О-о-о. Я знал, на что я подписываюсь. Я знал, что меня будет припекать очень сильно от этого, потому что это еще те редкостные твари. Но я забыл, насколько это сильно припекает от этого говна. И это очень сильно припекает от этого говна. Это самая тупая конченная механика, если уж это пошло. Да уж. Не, ну да, не спорю, это разнообразие, не все же оглушать, не все в таком духе. Но, блин, попадать в голову? Вы, мать вашу, серьезно? Где вы здесь видите голову, учитывая, что эта тварь поворачивается и на миллиметр сдвинься, и вот ты попадешь ему в клешню. Кстати, в клешню. Да. Секунду. Так. Давай посмотрим, что в итоге сейчас из этого выйдет. Поднялся на вышину. То есть я изначально на это рассчитывал. Но ты посмотри, этот тварь просто отвернулся. Да, не регенится довольно-таки быстро. Ну-ка, бабахни, нафиг тебе тут тварь валить надо. Ух, бесит. Так, погоди-ка. Мне интересно просто... 30 секунд. А, он 30 секунд перезаряжается. Ну, это точно не вариант. Он за 30 секунд успевает сдриснуть. Ну-ка, давай. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сейчас ты ему в очко стрельнешь, тварь. Я тебя знаю. Так, и снова перезарядка. Ну, окей, давай попробуем. Что из этого выйдет? Ёбаное землетрясение. По-другому я это назвать не могу. Это самое конченное, что можно было. Даже туман на острове, когда ты бежишь по лесу и ты ничего не видишь, это фигня по сравнению с этим землетрясением. Это кусок блевоты, который просто тебя шатает везде. Ты пытаешься что-то построить, ты пытаешься что-то сделать, и тебя трясет, шатает и так далее. Я просто готов эту картинку уже завалить, поэтому это нормальная моя реакция. У вас 22 минуты видео. Я только с этим Каркиносом учусь уже немало. Да. Еще это землетрясение, когда просто меня может откинуть, и я не успею отключить эту козлятину. Ах! Так. Ах ты ж тварь! Вот просто на последней секунде поворачиваюсь с жопой. Надо было подождать, чтобы этот тварь в жопу просто зарядил этим. Я всегда ненавидел Каркиносов. Максимум, на что Каркиносы нужны, это на... Ой, блин, поставил. На большое количество полимера. Вот для чего они нужны, это только для этого. Больше ни для чего. Вот я всегда так считал. Ни капли не изменилось мое мнение. Это бесполезный кусок говна, который еще и томит. Знаешь, от големов больше, по-моему, толку, чем от Каркиноса. И приручить его легче. Ну вот как тварь вот так вот они юзает. Чем керзает. Давай, короче, пушечка. Мочи эту овцу. Мочи эту тварь нафиг. В жопу так в жопу. Повернулся жопой. Получай в срокотан. На козлина. Мочи. Ой, ладно. Не мочи, фиг с тобой. Еще подождем, может получится разочек. Но я уже готов замочить эту тварь, как нефиг нафиг. Кстати, он через... То есть я думал, он типа каждый раз будет перезаряжаться 30 секунд, а нифига. А нифига, он просто пах-пах и пошел. Зарядился 30 секунд и погнал. Там кто-то под землей скрылся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну повернись головой хоть раз-то ради приличия, тварь. Даже на душе стало легче. Ух, хорошо. Я все еще так и не проверил, оглушает или нет вот это все дело. Но походу дела нет. Сейчас будем делать по-другому. О, боже мой. Так, что там аккумулятор хоть настолько разрядился. Ой, да фигня копейки. Ой.
Экс. Эх, кушать подано. Погнали жрать эту Вот, вот для чего. Куча хитина. Немало полимера. И все. Вот для чего это говно и нужно. Все. Сейчас говно все починить. Ух. Ну, попытка номер два. И на этот раз повезло. Он заспавнился около дома, около фонтана. Повезло, его спина не завалил. Да, там был спина. А, больше там нет спина. Ой, ёб твою штангу, я ж не думал, что ты залезешь. Ох. Такс, отлично. Что мне это дает? Ровным счетом ни черта. Так. Ну давай попробуем сделать то же самое, что я делал там. Только сделаем вот так. И так. Ну-ка. Ты вылезешь? По идее. Нет, закройся, тварь! Отлично. Может, проканает. Опять-таки же, он сейчас стоял около тех ворот, купил так же. Ладно. Сейчас сделаем со всех сторон так же. И сделаем новую пушку. Так. И в итоге сделали вот такую штуку. Ну-ка. Дверь. Так, стоп, она у меня автокос хондер. Это неправильно. Мне нужно на мануал тебя переключить. Пишет мануал. Так. И давай смотреть, что у нас из этого выйдет. Поднимаемся наверх. Ты там стоишь, отлично. Тихо. Чуть сейчас не грохнуться, это было бы вообще бы весело. Хотя сильно бы роли бы не сыграло бы ничего, но все равно. Так, ну давай так поставлю, чтобы это платформа для блуждания была. Но проблемка немножко в другом. То есть эти воротинки мне мешаются. Давай переместим пушку ниже. Так. Вниз. Еще ниже, снова вниз и снова вниз. Иди вот так. Отлично. Как ты по пушке зацепил, я не знаю, но на тебя. Сейчас браузер закрою. Да. Ну, в общем, ты зацепил пушку, я зацепил тебя. Да, там типа нужно кормить желтым кормом, все дела. Я посмотрел, на него требуется лимон. Пошел в жопу этот лимон. Я не выращивал на этом выживании никаких овощей. Да, это нужно было делать с самого начала. Я сказал, пошел все в жопу, у меня нет на это времени. Да там воду проводить, все в таком духе, либо жить около воды. Поэтому, о, нормально, томиться этим гадостью, томиться нормально. Блин, так, еще нужно седатив, да, сделать? Ну, сейчас сделаем еще седатив. Че нам, кабанам? Это ж... делов-то. Ой-ой-ой-ой-ой, я, честно, когда он упал, я такое не понял. То ли он сдох, то ли он этот того оглушился. Но он оглушился. И это хорошо. Уф. Классно. Так. Да пошел ты, блин, собака долбаная. Да в смысле, блин, ну жмешь, а он не жмется, все. Я сломался, несите нового. Что-то прям вообще меня уже это. Да ты серьезно? Иди ты в баню. Немножко раздражает такая фигня, когда ты жмешь на А, он все равно не срабатывает.
Ну да, фиг с этим всем. Самое главное, что этот козел с клешнями наконец-то оглушился. Это самое главное. Это, черт побери, самое, чтоб его главное. А, ты шлёт. Отличная идея. Так, а если я сделаю так? Так, хотя что там осталось стоит. Покушайте и все. Уф, наконец-то, етишки ты ж. Прям ух. Слов нету. Такой это левел? 147. Отлично. Кошмар просто. Дай сюда. Ах, хотя что? Сиди, пускай в тебе сидит. Если ты этим питаешься. Да! Это, черт побери, было ужасно, отвратительно. Прям слов просто нету, насколько отвратительно. Но получилось, и это главное. Сейчас его домой отправить. Все это дело убрать. И можно заканчивать. Вот такой вот, мать его, Каркинос. Честно, нафиг не нужен. Не, конечно, прикольный. Он получается левую кнопку мыши левой лапой, правую кнопку мыши правой лапы бьет. И это, конечно, прикольно. И, соответственно, также перетаскивает. То есть я вот взял, допустим, и пошел со светлячком. Но при этом могу левый бить. Могу отпустить. Ну или не могу отпустить. Ну, в общем, вы поняли. В целом, прикольный, конечно, да. Что за Ctrl, и я не знаю. Ну, точнее, на присесть. Интересно. Пробел-то я знаю, там прыгает. Высоко, далеко. В целом, еще та прыгучая субстанция. Да. Прям, ну, прыгает, конечно, да, это неплохо. Не спорю, но опять-таки же... ресурсы он не добывает. Понятное дело, логично. Хотя, может, и бывает как-нибудь. Я не хочу сейчас даже близко смотреть, что, как, где этот козел вообще. Может. Намучился я с ними. И, что самое главное, я хотел проверить. Наставим тренировочный стенд. Братан, тебе не повезло. И что хочу показать. Старый дробовик по 69. Урон 841. И новый дробовик. 4053. Ну вы поняли, да? Насколько это все-таки штука лучше. То есть вот. Вот так вот в упор. Чтоб уж наверняка. 966. И все дробинки от него же. Вот. 4000. То есть в 4 раза лучше. Ну, собственно, это и показатель. Вот на 400 урона. Да, на те самые, собственно, проценты и лучше. Да, вот такая вот классная штука. Мне это очень даже сильно стоит. Я хотел динусов... Я хотел динусов поискать, но... Игрок-образец? Что? Образец нужно на пьедестале, чтобы продемонстрировать его. Что? Ну-ка, погнали. Так, таксидермический пьедестал. Да, это на Extinction появляется, но... Честно, непонятно, почему он дропнулся. И, кстати, когда я последний раз на них смотрел, они выглядели совсем по-другому. Честно, я не знаю, почему с него дропнулся вообще вот эта вот штука. Но, типа, окей, ладно, возможно. Старший брат. Да, пофигу, короче, пускай стоит пока что. Хотя не, это не кунон, это разрушить. Просто мне было интересно, что за фигня. Ну а ты, я тебя куда-нибудь уберу в другое место. Да твою мать, опять ты обосрался этой гадостью. Фу, брось как. Так, здесь тоже нужно выбросить каку, потому что она долго будет спавниться. Вот такие вот дела, вот такой вот Каркинос. Кстати, да, установил я его, поставил туда. Он, во-первых, мешаться не будет, во-вторых, он вполне там нормально стоит, место полно. А в-третьих, кормушка рядом, так что питаться будет неплохо. Вот такие вот дела.
Ну а на этом уже с вами буду пожалуй прощаться. Говорит, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, на конечно, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока. И экономьте нервы от этих долбанных Аркинов. Вот еще те козлы. Кстати, если вы знаете, для чего они нужны, пишите в комментариях. По мне так бесполезные. Пока.